обратите внимание, как расположены колки. По три шага на порядке. Номер 159-351, ну, примерно 1912-13 год. То есть инструменту больше 100 лет. Штифт начал выходить. В данном рояле отсутствуют упоры. Вот отверстия есть, раз, два. И вот, соответственно, под них сверху отверстие. Поскольку они отсутствуют, он, вот видите, он ходит туда-сюда. Ну, буквы тут тоже начали отклеиваться. Это, естественно, не оригинальные, потому что 100 лет назад Стэнвей не делал сбоку ничего. Хочу обратить ваше внимание, как отвратительно покрашена крышка. Вот для сравнения, вот оригинальный лак. И вот видите, что тут творится. Бугры, рябь морская. Видите разницу?